Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня суббота, 19 августа 2017 года. И мы продолжаем наши экскурсии по головному мозгу человека и некоторых близких к нам животных. Сегодняшняя тема связана с движением, движением мозга. Но речь идет не о том, что мозг двигается внутри черепа, хотя это бывает иногда неприятно, особенно когда вы получаете хороший удар по голове, и он бьется изнутри. А череп, но все-таки для этого надо постараться. Поскольку мозг находится в жидкости, висит, защищен тремя мозговыми оболочками, то есть подвешен специальным образом внутри черепа, и поэтому обычно этого хватает, чтобы компенсировать его небольшие движения. То есть он двигается, естественно, вместе с нами и бьется иногда череп изнутри. Но речь идет не об этом. Дело в том, что мозг не обладает особой связью с внешним миром, за исключением очень небольшого набора простейших способов влияния. Ну, во-первых, самое понятное для каждого слушателя – это движения, связанные с мышцами. У нас несколько типов мышц, мускулатура, есть скелетные, благодаря которой мы, собственно говоря, можем совершать все действия. И мозг таким образом через мускулатуру только и может начать общаться с внешним миром. Язык у нас двигается, это тоже мускулатура. Волосы встают дыбом от страха, это тоже мускулатура. Но есть еще разные типы мускулатуры, скелетная и висцеральная. Ну, то есть та, которая у нас быстро реагирует со скоростью 0,1 секунды. Ну, это наш обычный скелет. А еще и те, которые глубокомышечные, то есть те, которые у нас обслуживают сосуды, многие внутренние органы, системы. Они реагируют медленнее, там реакция от 60 до 100 секунд, ну и расслабление в том, в другом случае в 3-4 раза больше. То есть вход рубль, выход 3. Надо иметь в виду, поэтому, что накапливаются разные задолженности по кислороду, накапливается молочная кислота, и нужно отдыхать после любого труда. То есть, иначе говоря, мозг связывается с внешним видом, в основном, конечно, через мускулатуру. Но есть еще кое-какие воздействия. Если вы смотрели кино, то вы видели, как коварная каракатица меняет свой цвет. То есть можно менять с помощью пигментных клеток окраску. Иногда мы краснеем, вы знаете, когда нам говорят что-то неприличное. Или белеем от ужаса. Так тоже бывает. Но это такие системные реакции, включая гормоны, которые, в свою очередь, оказывают влияние на мозг, в свою очередь. То, что мы говорили с вами в разделе про двойственность сознания. Однако мышечные взаимодействия с внешним миром, они очень сложны и очень комплексны. Дело в том, что в мозге огромная часть полей, центров, как новых, связанных с новой корой, так и древнейших, которые достались нам еще от архаичных рыб, связанные непосредственно с движением. Ну, достаточно вспомнить самый яркий отдел, который торчит и виден хорошо, большой мозжечок. Этот самый мозжечок, если взять его и творчески с ним поработать, то есть не смотреть на него снаружи и видеть маленькие-маленькие бороздки и извилинки, а взять его развернуть, то есть разложить в пространстве, как бы распрямив все борозды и извилины, то выяснится, что наш собственный мозжечок, будучи относительно небольшим органом, выше человека, то есть там до 2 метров может быть этот мозжечок, а шириной сантиметров 20-30, то есть такая гигантская плоскость получается. Там много всяких отделов, причем эти отделы отражают самые разные наши возможности. То есть есть древнейшие отделы, которые присутствуют и у лягушек, у рептилий, у птиц, так называемые архи и палеоцеребеллум, они расположены спереди и сзади. Есть специальные маленькие-маленькие кусочки, такие называются клочки или флокулусы мозжечка, которых специальные функции, очень сложные, связанные с координацией нашего тела в пространстве, то есть с ориентацией тела по отношению к гравитации Земли. Это очень важная часть. Если ее разрушить, то, что иногда бывает, то утрачивается именно эта координация. Но мы обычно не замечаем, потому что к этому еще у нас прикладываются к вестибулярному аппарату еще и зрение, и соматическая чувствительность, и много чего другого. То есть, иначе говоря, мозжечок – это гигантская система, где находятся несколько миллиардов клеток, которые обслуживают наш организм именно в моторном плане,
Хотя некоторые странные люди начинают утверждать, что там память, еще что-нибудь. Память-то есть, но это память двигательная. То есть там лежат алгоритмы различных движений. Поэтому он очень ценен. Если возникают какие-то проблемы с мозжечком или травма, то у человека нарушается координация движений. Мозжечок тоже не просто. Там есть соматотопическое представительство. То есть это что значит? Что вот на этой гигантской площадке длиной 2 метра закономерно расположены разные части нашего тела, то есть представлены. То есть причем как кожа, так и частично мускулатура. Но в первую очередь чувствительные компоненты, которые представляют топически очень точно каждую часть нашего тела. Ну, приведу пример, связанный не с человеком, а непосредственно с животными. С таким, как, например, белка. Ну, все наверняка кормили белочек и знают, что если вот дать белочке орешек, то она начинает его крутить в лапках как-то безумно. Нет, чтобы сразу впиться зубами, разгрызть, и дело в шляпе. Нет. Она как-то извращенчески начинает крутить эту семечку, этот орешек, что-то там прицеливается, а потом цапает и, значит, в конце концов разгрызает. На самом деле, в этот момент на ваших глазах происходит как раз двигательно-моторная, сложнейшая система анализа этого самого орешка. Дело в том, что каждый край зуба этой самой белочки обладает специфической чувствительностью, которая в мозжечке представлена специальным полем. И поэтому, незатейливо прокручивая в ручках орешек, она на самом деле занимается анализом, куда приложить свои усилия челюстной мускулатуры для того, чтобы орешек разгрызть. Вот такая система. А нам кажется, что она там что-то чудит. На самом деле идет серьезный и очень быстрый аналитический процесс, связанный с применением собственной мускулатуры. Кроме такого автоматического центра мозжечка большого, который, кстати говоря, имеет парные полушария только у млекопитающих, и ни у каких птиц его нет, у них только архипалео и неоцеребеллум, но при этом флокулусы есть, а вот полушария нет, полушария только для млекопитающих, и лучше всего развиты у приматов. Это тонкая, точная настройка координации и сенсомоторной координации любого действия. Она выросла не на пустом месте, от мозжечок. Он вырос на заднем и продолговатом мозге, который всегда считался и считается вместилищем управления мускулатуры. Начиная от самого простого, когда рыба плывет в воде и, значит, крутит хвостом или, как некоторые уже вторично водные млекопитающие, сверху вниз или слева направо, вот там сидят специальные ядра, специальные центры. Там же находится так называемое красное ядро, которое управляет конечностями. То есть, иначе говоря, весь комплекс центров, которые управляют движением, это огромная часть мозга. У некоторых животных мозг в основном и состоит, особенно у первично водных, имеется в виду рыбы, акулы разные, костистые рыбы, костные. Акулы, у которых весь мозг, большая часть мозга, там 60-70, иногда 80% состоит из двигательных отделов. Но они плывут и раскрывают пасть. За жизнь несложные, и поэтому движение является принципиально важным. Однако у таких сложных существ, как приматы, этот самый двигательный отдел, они, естественно, были продублированы и в неокортексе, то есть в новой коре. И по этой причине огромная часть нашего мозга занята именно моторными делами. То есть что, иначе говоря, можно сказать? Центральная борозда, и от нее кпереди и кзади находятся сенсомоторные центры. И представительство у нас в этой коре ничуть не хуже, чем зубы у белочки в мозжечке представлены. То есть у нас там располагается каждый отдельный пальчик, каждая отдельная поверхность тела представлена своим специфическим полем. То есть существует соматотопическое представительство. Причем как сенсорной части, которая получает информацию от кожи, это очень важно, так и, собственно говоря, эффекторная, моторная. То есть как точно, произвольно совершать движение. И если взять и оценить так на вес, то окажется, что примерно четверть мозга занимается двигательно-моторной координацией. Есть и не совсем явные центры, которые часто путают там с сознанием, с мышлением. Например, лобная область или лобная доля. В чем дело? Считается, что там, значит, у нас сидит творческое мышление. Ничего подобного нет. Там все совсем иначе.
В этой зоне располагается очень интересная такая, очень интересные центры. Ну, например, центры, связанные у нас с вами с способностью писать. А если этот центр повредился или маленький, то человек страдает аграфией. То есть слышит, говорит, а вот написать ничего не может. И этим занимается огромная часть, верхняя часть лобной доли. Там несколько крупных полей, которые вот эту вот самую координацию, тонкую моторику, благодаря которой мы можем совершать тонкие действия, там, и заниматься ювелиркой, там, играть в бирюльки и прочие всякие удовольствия, они представлены в этой части лобной доли. Именно они координируют наши тончайшие движения, произвольные. Потому что есть инстинктивные, те самые, которые являются непроизвольной реакцией, они сидят намного глубже частично в мозжечке, но большая часть сидит в стволе мозга и в среднем мозге, там, где находится так называемый старт-рефлекс, который срабатывает в случае выстрела, опасности, когда человек падает, прячется и прочее, прочее. Этот вот старт-рефлекс не связан с корой, а является инстинктивной реакцией на резкий звук, вспышку, раздражение какое-то и прочее. То есть, ну, примерно то же самое, когда вы идете с книжкой, зачитавшись каким-то интересным романчиком по улице, и все хорошо, перед вами гладкий, вычищенный совершенно Собяниным асфальт или ровная плитка, без трещин между ней, и вы идете, ни о чем не думая, и почитываете книжку. Вдруг наступаете на резиновый шланг. Вы впадаете в панику. Почему? Потому что наша обезьянья память знает, что резиновый шланг – это наверняка змея. И вот это вот вы срабатываете, резко останавливаете, смотрите под ноги и так далее. То есть вот такие старт-рефлексы и произвольные движения, которые вы планируете осуществлять, они как бы происходят в разных частях мозга. Так вот, в этих же самых лобных долях, чуть пониже вот этой точных полей, позволяющих нам писать, значит, гарантирующих письменную речь, ниже располагаются речевые области, знаменитые области поля брака. Что там такое есть? Там какие-то секретные центры, которые позволяют управлять речью? Да ничего подобного. Там всего-навсего располагаются зоны, в которых координируется движение нашей глотки, языка, то есть ротоглоточного аппарата, для того, чтобы издавать звуки. Больше ничего. Никакой там особых центров, ничего особенного, кроме некоторых алгоритмов произнесения букв, особенно когда мы учим иностранный язык, это заметно. Там этих алгоритмов нет, они еще не выработались. И вы когда учитесь, например, там какой-нибудь язык Юго-Восточной Азии, тот же самый вьетнамский, там практически надо учить как ноты, потому что это совершенно другой способ произнесения звуков, совершенно необычных комбинациях, и учат практически как ноты. Но опять учат, как заставляют центры брака работать так, чтобы они запомнили алгоритмы произнесения тех или других фонем. Вот, собственно говоря, о чем идет речь. Более того, у нас распространяются моторные центры и на височную долю. То есть у нас получается, значит, лобные огромные моторные центры, значит, теменная огромные моторные центры, которые, кстати говоря, включают такие, как представления, связанные с моторикой, представления о весе тела, о размерах, ну, знаменитые фокусы, которые любят делать психологи, показывая большой чемодан и маленький чемодан одинакового веса. Так вот, человек ощущает их, координируя зрение и ощущение руками, так что получается наоборот. То есть одинаковые по весу чемоданы, при этом большой может оказаться легким по представлениям одного человека, а маленький тяжелым или наоборот. Все зависит от опыта и представления о мире. То есть там такие центры располагаются. А еще ниже в височной области лежат, например, центры управления движением языка и всякими непроизвольными событиями. Ну, например, центр кряхтения. С этими центрами связано управление языком непроизвольное. И человек иногда вдруг, значит, снимая стресс, а на самом деле просто перегрузку маленьких полей мозга, которые у него индивидуально мало выражены, он начинает там кряхтеть, сопеть, там, квакать как-то странно, издавать сомнительные звуки. То есть это тоже моторные области. Более того, вот эта вся кора большая, которая посвящена тому, чтобы управлять движением, она нуждается в специфическом обеспечении. То есть когда вы нарабатываете какие-то навыки, они должны не занимать кору.
Ну, приведу пример, самый простой. Вот человек учится учить машину, учится водить машину. Особенно если на механике, значит, тут кочережка, три педали, в общем, дело сложное до нельзя. И долгое время человек даже пытается глазами посмотреть на педальку, какую нажать, и глазами посмотреть на ручку, куда ее передвинуть. Не сразу это все возникает. Но постепенно, с опытом, вдруг перестает смотреть, делает это автоматически, и просто двигаясь, иногда уже с некоторым опытом, там, 5-7-летним, забывает о том, что он уже переключил передачу, с удивлением видит, что уже он едет так, как нужно. То есть это что происходит? Сначала, когда человек учится, все это происходит на уровне неокортекса. И новая кора, бедная, несчастная, заставляет этого человека запоминать эти координации, а поскольку запоминание идет тяжело, особенно в зрелом возрасте, необходимо все время контролировать. Здесь и зрение, и слух, и щелчок кочерги, когда вы там переключаете. Все это работает. И человек вынужден подключать все центры неокортекса. Но постепенно все это спускается в подкорку. Куда? В так называемые центры неостриатума, то есть тех зон мозга, которые обслуживают кору и возникли в связи с ее появлением у млекопитающих. Но именно там, в этих самых центрах, возникают некие алгоритмы поведения, которые снимают нагрузку с коры, и некоторые даже начинают пытаться разговаривать с соседом, не просто сосредоточенно смотреть на дорогу и потеть. То есть возникает новый навык, который спускается с управления произвольными движениями неокортекса в базальные ядра. Там их много. Но приведу только один пример, чтобы было понятно. Если, например, происходит какая-то травматизация, ну, например, кровоизлияние, то бывают такие ситуации, что человек, например, с удовольствием может есть, и все у него хорошо и нормально, но только поставив одну ногу на табуретку. Ну, вот такие фокусы. То есть это там запоминаются сложные алгоритмы поведения, которые потом переносятся еще глубже. Опытные водители уже живут, как они говорят, на спинном мозге, тем, кто знает эти слова. Но, тем не менее, не на спинном, конечно, мозге, а это постепенно спускается в еще более сложную систему мозжечковых рецепторов и в ствол. И когда это опускается на уровень ствола, человек чувствует себя за рулем совсем свободно. Но поскольку в стволе, то есть в двигательных центрах ствола древних, нейронов очень немного, связи возникает мало, запоминание идет медленно и тяжело, на это уходят многие годы. То здесь еще один, так сказать, еще одна скрытая проблема, связанная с нашим управлением движением. Дело в том, что человек живет алгоритмами. Ну, мы, скажем, ну, многие из нас, в общем, ходят на двух ногах. И пользуются не только на машинах, ездят все-таки до машины, доходят, там, до койки доходят. То есть двуногость отслеживается и сейчас. Хотя и в ограниченных масштабах. Так вот, наша двуногость – это тоже, собственно говоря, навык, который возникает в моторных центрах мозга для того, чтобы уметь переставлять ноги. И это очень сложное дело. И значительный опыт показал, что, вот, например, была мода в свое время детей учить сначала плавать, а только потом ходить. И этот опыт, к сожалению, привел к печальным результатам. Конечно, есть дети, которыми можно делать с ними все, что угодно, они крепкие, надежные, с запасом здоровья колоссальным, и, так сказать, с ними ничего не будет, можно их учить и плавать, и тонуть, и все, что хотите, и они будут продолжать активничать. А обычные городские дети, которых сначала учили плавать, а потом ходить, страдают от этого обычно, то есть это в 7 случаях из 10 это приводит к некоторым затруднениям. Каким? Потому что учатся-то плавать они тогда, когда у них формируется ядро вестибулярное в том самом стволе мозга, о котором шла речь, и возникают множество четких, хорошо налаженных связей между ядрами вестибулярными, которые что делают? Позволяют человеку хорошо плыть. Но он и плывет. Он считает, что ребенок-то не знает ничего о внешнем мире, знает только через свою мамку, которая одержима какими-то странными идеями зачастую. И он начинает плавать, а когда ему приходит пора ходить на двух ногах, его начинают учить, возникает проблема, потому что все связи в стволе мозга в тот период, когда он должен был учиться ходить, они заняты теми самыми связями, которые позволяют управлять эффективным плаванием. Он учится тогда ходить за счет коры, то есть осознанно, как вы учитесь, например, в зрелом возрасте водить машину.
А это в конечном счете приводит к рассогласованию. И пока, когда начинает спускаться такая важная вещь, как координация двуногого движения на уровень ствола мозга, возникают проблемы. Причем иногда даже эпилептоидного характера. Хорошо это или плохо? Решать родителям. А если вы уверены в своих неуничтожимых детях, то можно ставить над ними опыты. Но я бы воздержался. Все-таки на ногах человек чаще ходит, чем плавает, поэтому нужно к этому относиться осторожно и пользоваться этим только когда уже мозг более-менее сформирован. То есть, кроме этого, еще есть у нас несколько проблем управления движением, которые мы должны помнить постоянно. Дело в том, что у нас на самом деле рецепторов-то много, о них говорю, но вот мы добрались до трех из них. Это рецептор гравитационной чувствительности, то есть то, что мы понимаем, где центр Земли, рецептор углового ускорения, ну и слух. Вот это все находится во внутреннем ухе и, собственно говоря, управляет в том числе и движением. Поэтому иногда мы одни формы движения не чувствуем, а другие чувствуем. Ускорение, ну понятно, когда лифт ускоряется или тормозится, вы чувствуете. Все это нужно только для того, чтобы управлять нашей мускулатурой, ориентировать тело в пространстве. Но это отнюдь не значит, что только в мозге есть такие замечательные центры, а на периферии у нас таких центров нет. Ничего подобного. Приведу только один пример за недостатком времени. Крестообразный комплекс коленного сустава. Это там две таких связки, которые действительно крестом перекрещиваются и очень часто рвутся у спортсменов. Дело-то в том, что этот самый крестообразный комплекс – это не только способ фиксации сустава коленного. Ничего подобного. Потому что, когда стали его протезировать, выяснилось вдруг неожиданно, что надо протез сделать там, я не знаю из чего, чуть не из лавсановых там веревок, которые пилят кость. И все равно их недостаточно. То есть, механическая нагрузка, чтобы он хорошо работал, то есть его надежность, должна быть в 3 раза больше, чем позволяет эта самая связка крестообразного комплекса. И тут господа ученые и врачи задумались. Оказалось, что это не столько механическая конструкция, которая поддерживает коленный сустав, ну, как у лягушек, например. А это, на самом деле, сложная соматосенсорная система с гигантским числом рецепторов, которые позволяют регулировать нагрузку на ногу. Там сверхбыстрые проводящие волокна, и в результате какой-нибудь Зидан, когда он там, нога у него влетает, неизвестно откуда, неизвестно куда, и попадает по мячу, пользуется непроизвольно, неосознанно, не понимая, что он делает, этим сложнейшим аппаратом. То есть там такой стоит на самом деле сложнейший гироскоп, который регулирует не только положение ноги у футболиста, но и предотвращает перегрузку коленного сустава. Поэтому если какой-нибудь футболист получил там сзади ноги хороший синяк буцей своего дружеского соседа, то на следующую игру быстрее всего он порвет крестообразный комплекс. Почему? Потому что иннервация, обратная связь с мозгом будет нарушена, а это значит, нагрузку распределить на его ногу мозг не сможет. То есть, таким образом, на самом деле, наш организм – это сплошная такая сенсорная система с узлами концентрационными, как крестообразный комплекс, плюс с гигантской системой взаимодействия на уровне ствола мозга, мозжечка и коры больших полушарий, включая подкорковые центры. Вот именно эта система позволяет на сегодняшний день управлять нашим движением. И это единственная связь с внешним миром. Если с ней что-то случится, то, лежа в постели, вы можете покраснеть, конечно, можете посереть или побелеть, но догадаться, что именно вы говорите, будет невозможно. По этой причине следите за своей двигательной активностью, потому что в ее основе лежат сложнейшие механизмы многоуровневого управления, которые человеку позволяют двигаться на этой планете, пить кофе и даже слушать радио. Телефон прямого эфира 495-73-73-948. Номер СМС 925-48-948. И телеграм говорит МСК-бот. Мы продолжаем разговор про мышечные проблемы. Точнее, про то, как движется мозг с помощью мускулатуры. Здесь пришел вопрос, в котором спрашивается, влияют ли патологии сердечно-сосудистой системы на головной мозг. Конечно, все влияет на все, но нужно сказать, что наши сонные артерии, которые ведут к мозгу, получают самую
вкусную, самую хорошую, самую насыщенную кислородом кровь, и поэтому мозг и умирает последним, и страдает в последнюю очередь. Поэтому мозг обычно даже у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями работает более-менее приемлемо. Поэтому сказать, что уж так сильно влияет, нет. Если вы не будете перегружаться, то все будет хорошо. А сейчас примем звоночек. Значит, будьте добры, вы в эфире. Да, здравствуйте. Вот мне к вам два вопроса. Скажите, пожалуйста, первый. Вот если, допустим, мышцы не давать работу, они как бы атрофируются, то есть вот, вот как вот с мозгом в этом плане, так сказать, обстоит, если, так сказать, его не задействовать, ну, а, понял. Как бы, да, не да, 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 вот, да. Еще вот, патологоанатом в последнее время, когда делал трепанат черепа, видит, что мозг как бы обуглен, то есть вот это... Это неправда, извините. Насчет последнего вопроса, это неправда, мозг не обуглен, но вот это сказки. Ну вот, а вот насчет того, что мозг, если не тренировать, да, склероз наступит быстрее. То есть, чем меньше вы головой пользуетесь, то есть мозгом, и решаете сложные задачи, тем быстрее возникнет проблема сосудистой недостаточности. То есть, если вы не думаете головой, значит, ну, кровь ему не нужна, а мы знаем, что в 2,5 раза почти меняется скорость кровотока. И, соответственно, ваш мозг начнет впадать в склеротические состояния намного быстрее и раньше. Поэтому лучше думать, чем не думать. Будьте добры, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, меня зовут Валентин. Вот. Да. У меня такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, можно ли девушкам, там, женщинам употреблять алкоголь? Есть у них какие-то безопасные дозы? Вот. Да, понятно. Вот, но это еще не все. Да. И также я вот обратил внимание, что, допустим, целоваться с пьяными девушками не очень приятно. Ну, не говоря уже о большем. С чем это может быть связано? Да, понятно. Давайте, ну, о последних с чем? Последнее связано, вот я обратил внимание, также вот молодые люди, которые очень часто сидят в интернетах и так далее, у них возникает вот перед девушкой незнакомой дикий страх. То есть он не может подойти познакомиться. То есть вот, ну... Вот да, это еще да, все вопросы понятны. Начинаю отвечать. Значит, насчет сначала дозы алкоголя для женщин. Для любая мартышка на этой планете, в том числе и мы с вами, она ест, имеет дурную привычку трескать. А раз человек ест, то первая порция пищи, независимо от кого, вы находитесь в состоянии глубокого поста, вы презираете пьянство, трезвенник по жизни. Первая порция пищи, независимо от ваших желаний, превращается в сахар и алкоголь. Пропорционально примерно такому количеству ваше тело, разделенное, значит, выраженное, половина массы вашего тела выражена в граммах, то есть, примерно, весит, например, 70 килограмм, значит, 35 миллилитров алкоголя вырабатывается в течение полутора часов после приема пищи при 12-часовом голосовании. Поэтому трезвенников не существует. Другого способа сообщить мозгу о том, что вы поели, кроме как доставить туда сахар и алкоголь, нет. Именно поэтому блаженное состояние, когда к нему потом добавляется еще и синтез глютамата, который вырабатывается в результате побочного продукта цикла Крепса, то есть накопление энергетически нужных молекул АТФ. Поэтому целоваться с девушками, ну, не очень приятно. Все зависит от того, сколько выпили. Если много выпили, тут уж совсем неинтересно. Ну, вот, и здесь нечего сказать. А на третий вопрос у нас будет специальная передача, которую мы посвятим подробно. Значит, и вопросы с телеграмма. Почему способности к толерантности и конформизму у европейцев наследуются, а музыкальные и художественные способности не наследуются? А потому что тот, кто не был конформизмом, тот отправлялся в Европе на гильотинку. Или на кол сажали так, менее гуманно. Потому что был многотысячелетний отбор, понимаете? Отбор был ввелся что, потому чтобы в Европе процветали композиторы, что ли? Все, кто не мог сочинять хорошую музыку, сажали на кол, я вас умоляю, конечно, нет. Отбор велся по способности жить в социальной системе, которая была на тот момент. То есть управляемости, подчиненности и, значит, общей покляпости. Вот такие процветали и имели шанс оставить потомство. Именно со всеми привнесенными особенностями. То есть предавать, обманывать, жульничать, воровать, все что угодно, лишь бы выжить. Вот такие процветали, а композиторы нет.
Так что ответ такой. Так, хорошо, примем еще один звоночек. Говорите. Да, здравствуйте. Я бы хотел бы задать вопрос Сергею Савельеву. Да, я вас слушаю. А, вот у меня несколько вопросов, если можно. Но если они по теме, по нашей, если они сильно отвлекаются от темы, то постарайтесь самый главный. Ну, они, наверное, не по теме немного. Ну, говорите. При вскрытии мозгов умерших людей, да, страдавших психическими заболеваниями, ну, шизофрении, например, часто ли у них бывают заражения паразитами, гельминтами, бактериями, вирусами? Да, вопрос понятен. И можно ли лечить от физических заболеваний, а не от физических? Нет, часто не бывает заражений гельминтами и прочее. Если вы считаете, что человек с отклонениями психики будет обязательно есть плохо прожаренное мясо, таки нет. Вам могу сказать, что гельминтов очень много у господ охотников, которые берут животных из природы, убивают их, а потом едят неизвестно что, а потом пытаются найти сколекс, то есть головку какого-нибудь 10-метрового червя, вся собственного, выходящего из собственного кишечника. Не советую, советую мясо прожаривать. Вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, у меня вопрос по лобным областям. Вот, да, давайте. Например, гитарист-виртуоз, у него, видимо, хорошо развитые лобные области, отвечающие за мелкую моторику. Когда он играет уже полностью на автомате, подключается к этому мозжечок еще или нет? И второй вопрос... подключается. Он подключается даже, когда он не на автомате играет. Обязательно. Мозжечок — это то самое, о чем вы не думаете. Вот когда он уже научился по 10 концертов там в неделю давать, он уже дальше на полном автомате, и тут мужичок у него работает во всю Ивановскую, как у Белочки. Тут все хорошо. Я понял. И еще по поводу характера. Он же тоже в лобной области, да, считается, что... Да. И он от рождения все-таки один дается, или он как-то меняется, или, возможно, еще имя как-то на человека, да, воздействует, все понял, на, да, личность. Да, все понял. Имя никак не воздействует, успокойтесь, называйте хоть горшком. Это абсолютно выдумки все, как вы знаете, до 18 века в России фамилии-то не было. И плевать всем на это было. Хоть как обзывайся. Лишь бы было понятно, к кому обращаются. Теперь относительно характера. Да, характер у нас находится в нижней части лобной области, так называемые надглазничные борозды извилины. Я о них уже говорил, они действительно очень изменчивы, и дело доходит до того, что там есть, например, в 47-м поле подполя, которые у одного человека могут встречаться, у другого нет. Разницы колоссальные. Но меняется лет с возрастом. Известные опыты, известное описание американского журналиста, который получил на баррикадах в Европе ломом в лоб, и так удачно, что остался жив, но эти области были повреждены. Характер изменился. Был хороший семьянин, ответственный американский журналист, а стал негодяй, и распутник, пьяница, и, в общем, со всеми остальными. Но через 7-8 лет прошло. Вот воспринимайте, как хотите. То ли он придурялся, то ли воспользовался своим состоянием, то ли он действительно так страдал. Но он написал книгу, как менялось его сознание. Вроде бы там действительно все правда. Таким образом, да, меняется. У нас, к сожалению, ломом получить довольно сложно, так, чтобы потом выжить. Поэтому придется смиряться с тем, что по мере развития склеротических изменений, то бишь маразма, у вас, конечно, будет меняться характер. Пообщайтесь с дедушкой, и вы поймете, в какую сторону. Обычно это катастрофа, потому что лобильность поведения резко снижается. Ну, давайте примем еще звонок. Значит, будьте добры, говорите, вы в эфире. Добрый день, добрый день, Сергей Вячеславович. Вопрос такой, вот вы сказали насчет коленного сустава, вот у меня такая проблема с ним. Вот. И насколько я понимаю, значит, очень важно там не только вот состояние вот этих связок и всего, а вот состояние вот информации, которая там проходит. Да. Так вот, каким образом можно ли вот через так, центральную нервную систему как-то воздействовать на этот сустав, чтобы он работал лучше, да, да, чем этот? Я понял ваш вопрос. Извините, я просто был момент, когда я там вот, ну, после кино я 40 лет не был, и я вышел, у меня, в общем-то, работали колени, как будто я как часы. Я так, ну, на психосоматике я понял, что это вот действительно вот эта психика, она очень сильно влияет на вот работу. Да, я вопрос ваш понял, да. Значит, что там происходит? Да, при травматизации крестообразного комплекса сейчас производится в основном его протезирование механическое, исходя из того, и у нас, и за рубежом, везде в мире,
механика. Значит, задача, в свое время велись такие исследования, они давно прекращены, около 15 лет назад, для того, чтобы восстановить сенсорную составляющую. Но, к сожалению, у нас, как известно, подобные работы, да и в мире почти нигде не финансируются как следует, а дело дорогое. А задача была такая, что восстановить не механику, а вот эту систему управления. То есть рецепторный аппарат крестообразного комплекса. К сожалению, там вообще-то иннервация тремя бассейнами нервов, там сложная достаточно штука. А то, что вы себя хорошо почувствовали, ну, это, извините, не компенсация. Полной компенсации никогда не возникает, к сожалению. И это огромная проблема. То есть полноценного восстановления после разрыва крестообразных, одной из крестообразных связок, не наступает. Поэтому я сочувствую, но ваше хорошее самочувствие было направлено, связано с тем, что вы же чего-то наелись такого хорошего, это раз. А соматически взять на себя функции крестообразного комплекса оболочки сустава коленного, к сожалению, не могут. Так что это скорее было фантомное ощущение, которое, так сказать, не позволило вам объективно оценить ваше состояние. Значит, давайте еще примем один звонок. Да, вы в эфире, я вас слушаю. Да, здравствуйте, Николай из Москвы. Не болит голова у дятла? Вот они толпят, ни сотрясения не получат, ничего. Вот у людей голова болит, но, казалось бы, мозг не может болеть. Значит, болят, что болит у человека? Или это все-таки повышенное черепное давление? И вот у динозавров было два мозга, как бы еще огромной массы тела, длины тела, нервные импульсы не проходили, значит, где-то у них в заднице, там, где-то в крестце был еще... Вопрос какой у вас? У нас осталось, я повезу такой, спасибо. Да, спасибо, понятно, вопрос замечательный, потому что мозг в заднице – это чудесная дурь, которую придумывают журналисты и американские палеонтологи, ну, такие отцахи, там у них много любителей. И они, значит, со всякой чушью вылазят в мировую прессу. Значит, насчет того, что импульсы не проходили. Ну, это говорит как раз о любительщине полнейшей. Ну, а у кита у современного как проходят? Они подлиннее динозавров. Как-то не складывается, господа. У человека нервные волокна длиной до метра 20 сантиметров. Ну, у нормального роста человека, который проходит. Все в порядке? В порядке, все работает, так что это не причина. А насчет того, что там придумали о том, что у них мозг где-то там в районе крестца, то, извините меня, возьмите любого голубя, распотрошите, вскройте спинной мозг и увидите, что у него на уровне люмбального отдела спинной мозг образует еще дополнительный мозговой желудочек, расширяется почти как задний или продолговатый мозг. То же самое у медведя, у всех, кто ходит на двух ногах или встает на них регулярно, такое расширение есть. У нас это просто утолщение, в котором лежит просто повышенное большее число нейронов, которые управляют ногами. Так что ничего здесь уникального нет. И голова не болит тому же демпферу, у того же дятла. Там существует демпферная система довольно сложная, и кинетизм клюва, который двигается сложнейшим образом, он компенсирует эти удары. На мозг, так сказать, ничего не приходится. Собственно говоря, у попугаев тоже там сложный биомеханик, который замкнут на себя и по мозгу ничего не долбит, хотя они грызут такие орешки, что на срыве там гигантское давление. Ну, давайте принимаем последний звоночек, и мы попробуем, да, я вас слушаю, перейти к следующему разделу. Добрый день. Меня Павел зовут. Вот такой вопрос интересный, меня волнует. Вот как вы относитесь к тому, как... вы знаете, в Казахстане есть такая школа, Молокиде называется, где учат видению с закрытыми глазами. Мозгом как-то считывают информацию. Каким образом, как вы считаете, это проходит? Вопрос понятен. Значит, объясню. В это во все надо верить, как вы понимаете. А такого слова, как вера, в науке не существует. Встречный слепой метод проверки такие фокусники никогда не выдерживают. Чему там они учат? У нас масса магов и волшебников, заклинательных детьми, которые вам научат чему угодно. Вопрос, за сколько? И второй вопрос, как их потом найти, чтобы спросить, почему не получилось? Поэтому мы переходим как раз к теме такой же точно замечательной, которая у нас связана с таким обучением видения с закрытыми глазами, а именно к разделу «Так». Звучит панамская утка. Таких панамских утят
в спорте, связанном с мозгом, огромное количество. Все, кто начинает заниматься спортом, тех тут же говорят, что у вас мозг будет работать намного лучше. И главная причина – это прекрасный кровоток, который у вас возникнет, если вы будете заниматься физкультурой. Особенно как следует побольше, лучше в специальных спортивных учреждениях. И лучше всего, напялив на себя побольше разнообразной спортивной формы, очень специальной, только в ней можно добиться невероятных успехов. Так вот, это как раз классическая панамская уточка, потому что кровоток, конечно, увеличивается, но только в тех разделах мозга, которые отвечают за моторную активность, то есть сенсомоторные и моторные центры. А вот все остальное, чем человек как раз собирается думать, там, принимать решения, связанные с памятью, вот это все не очень кровоснабжается. Поэтому, к сожалению, это классическая утка. То есть, более того, есть нелепые утверждения о том, что такой кровоток включает специальные гены, которые увеличивают число клеток. Но это, как я уже говорил неоднократно, это только у тех, у кого онкологическое заболевание мозга. Но только у тех количество клеток в мозге увеличивается. Потому что, как я говорил неоднократно, нужно увеличивать не только клетки мозга, но и глиальные клетки, но и сосудистую систему. Иначе новым клеткам строиться некуда. А уникальный случай, да, вечно растущие животные, акулы, да, птицы, самцы некоторых певчих птичек на уровне весеннего сперматотоксикоза, у них появляется по 1-2 нейрона, которые позволяют выучить новые песни. У грызунов в течение 3-4 месяцев после рождения в гиппокампе иногда встречаются отдельные редкие митозы. На чем, собственно говоря, и построена вся профанация стволовыми клетками мозга. Значит, кроме этого, спорт, то есть мышечная нагрузка, воздействует на мозг прекрасным образом. И среди этих исследований выделяется очень продолжительное исследование в США, в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса, которое начато было в 1989 году. Представьте себе, участники были отобраны не менее 65 лет. Вот. И они, одни занимались спортом, другие вели спокойный образ жизни. Ну, понятное дело, что большая часть такого возраста людей умерла, но тем не менее. Исследователи убедительно доказали, что те, кто занимался спортом, сохранил свой объем серого вещества коры мозга. А те, кто усиливал нагрузки, показал еще и прирост нейронов. Я поздравляю ребят. Таким образом, они, я думаю, собрали деньги как с стариков, так и с спортивных фирм. Не менее интересные исследования ведутся и в других странах. Вот. Но очень интересная работа была сделана по поводу того, как мышцы влияют на интеллект. Ну, это опять отличаются американцы, как вы понимаете, там фирмы, занимающиеся бизнесом на спорте, они очень хорошо процветают. Кстати говоря, не только на спорте. Там по загадочным причинам увеличение распространения спортивных традиций, ведение здорового образа жизни увеличивает доходы табачных компаний. Но это отдельный разговор про метаболизм мозга, о котором мы обязательно когда-нибудь поговорим. Значит, дело в том, что они показали, в данном случае, Джастин Ротс, прекрасный ученый из университета Иллинойса, взял 4 группы мышей и, засадив их в ящики, устроил им спортивную нагрузку. То есть, одни просто объедались благородно и болтались среди различных игрушек разноцветных. То есть, ну, впечатление было такое разнообразное в внешнем мире. Другие получали такое же райское наслаждение по еде и плюс колесо беговое. Ну, а еще группы занимались тем, что в спартанских условиях с колесом. Оказывается, что спустя некоторое время сравнивали они, соответственно, специфические клетки меченые, что вызывает большие сомнения, но тем не менее, допустим. Плюс мыши проходили когнитивные тесты. Оказалось, что те, которые просто объедались и гуляли среди игрушек, ну, то есть, как человек, живущий где-нибудь в Ницце и гуляющий по музеям Европы, у них все было хорошо, когнитивные тесты мыши прошли точно так же, как и в начале. А вот те, кто еще и бегал в колесе, показали
чуть-чуть более лучшие результаты. Из чего ученые приходят к выводу, что мышцы сказываются на интеллект. То есть, ну, поскольку когнитивные тесты были построены как раз на мышечной активности, ну, сами понимаете, эффект, конечно, был достигнут. Вот. Ну, в той же Америке перекрест с этими работами есть еще один. Там использовали 120 мальчиков и девочек старческого возраста. И доказали убедительно, что гиппокамп, который у человека изменчив в 3,5 раза, с возрастом увеличивается в размерах благодаря тому, что старики занимались спортом. То есть вместо маразма, получается, у нас с возрастом при занятии спортом гиппокамп, который связан с лимбической системой, он увеличивается. Эти прекрасные достижения надо, конечно, разнообразить, потому что ученые всего мира, они страдают от недостатка финансирования и очень нуждаются в различных способах утешения. Среди них психоделические грибы играют колоссальное значение. И вот, значит, группа ученых из Германии, Британии, ну и из страны-источника психоделических грибов Аргентины, с 2012 года проводили прекрасные исследования по влиянию различных психоделических грибов на творчество и на сообразительность людей. Для этого они использовали псилобицин. Ну, русский название этого грибочка, у нас тоже есть из этого же рода, называлась веселушка. То есть, наряду с стоялыми медами и веселушками, поэтому народные праздники особенно задавались до исторического материализма, что позволяло людям искренне и дружно веселиться. Вот, значит, эти самые ученые в Германии и Британии, значит, они через 5 лет после начала эксперимента очнулись и опубликовали в журнале Human Brain Mapping замечательную статью, в которой показали, что, оказывается, в гиппокампе, опять-таки в несчастном гиппокампе, одном из самых маленьких структур головного мозга, возрастает энтропия. То есть светится на ПЭТ он не так, то есть энтропийно, то есть зонами. И это есть признак творчества. Видимо, все-таки, когда они писали статью, они воспользовались своими экспериментальными объектами и создали блестящее научное достижение. Но, видимо, при этом и заработали много денег и получили искреннее удовольствие. Примерно так же действует и окситоцин, гормон любви на мозг. То есть он действует точно так же, как псилобицин и алкоголь, но при этом позволяет публиковать статьи английским исследователям. Что же они показали? Оказывается, если накачивать окситоцином животных, то в префронтальной коре и лимбической системе возникает безбоязненность, некоторая, так сказать, смелость и героические поступки, которые обычно связаны, в том числе и с сексуальными интересами человека, у которого окситоцин был повышен. Это хорошо, то есть если просочетать псилобицин и окситоцин, то наступит настоящая научная нирвана. На этом мы с вами прощаемся до следующей недели и переходим к новостям.